После заявления Чубайса о том, что у Роснана очень много денег, у госкорпорации было очень много проверок. Результаты чудесные. В 2014-2015 годах госкорпорация выплатила вознаграждение собственной управляющей компании на сумму около 8 миллиардов рублей. Из них почти все за управление и только 130 миллионов за успехи. По итогам проверки Роснана аудиторами предложено не платить премии за убыточные проекты. Кроме того, ФСБ выявило хищение на сумму 227 миллионов рублей, выделенных на реализацию высокотехнологичных проектов. Результаты работы Роснана и общее положение экономики, в которой всегда не очень много денег, оценил эксперт накануне ТВ Михаил Делягин. Насколько я могу судить, проекты типа Роснана изначально создавались для грабежа страны. То есть это было продолжение политики Чубайса, которую он начал с лавочной приватизации, который он осуществлял через целый ряд проектов, включая реформу электроэнергетики, на протяжении всей своей жизни. Владимир Чубайс показал, что он эффективный управленец, он прекрасно умеет делить, он великолепно умеет перекачивать средства государства в карманы свои и в карманы своего окружения. Так что это подтверждение высокой управленческой эффективности господина Чубайса и его компании. Так может, господин Чубайс и российское правительство просто неправильно толкуют понятие «убыточность», которое заложено в программу развития Роснана? Ведь исходя из долгосрочной программы развития Роснана, деятельность корпорации до 2017 года планово убыточная и требует господдержки на 70 миллиардов рублей. Или все-таки они нас намеренно обманывают, когда создают такие проекты снова и снова? Нет, нас никто не обманывает. Нас обманывали в 92-м году. Правительство — это люди, воспитанные Гайдаром и Березовским. Когда юрист Березовский, который по карьеру на его обслуживании, является первым вице-премьером, ну, простите, пожалуйста, что к этому можно добавить? У нас Сперанка Князина возглавляет Банк России. Причем такая Сперанка, что даже кандидатство защитить не смогла в свое время. Чего хотите? Когда помощник Гайдара является министром экономического развития. В период, когда непонятно, как должен подействовать антикризисный план, когда все урезается, когда задерживают зарплаты, не индексируются пенсии, а правительственные финансисты ждут отскока цены на нефть, на что в госкорпорации в это время уходят миллиарды рублей? Пенсии урезаются, пенсии не индексируются, издевательства не индексируются, социальные расходы урезаются, школы закрываются для того, чтобы господин Медведев мог выводить из страны ее деньги и этими деньгами поддерживать американскую экономику. Экономику страны, которая ведет против нас холодную войну и уничтожение. Я бы выделил часть этих средств на премию следователям, которые вернут Роснана и некоторые мере российских руководителей в правовое поле Российской Федерации и дадут им однозначно адекватную оценку. Что касается развития, у нас есть огромное количество наукоградов, где ученые работают за 20 копеек, где ученые разрабатывают потрясающие технологии, которые прямо сейчас покупают и европейцы, и американцы, и японцы, и все остальные, потому что у них нет этих наработок. Вот тем, кто уже добился результатов, нужно дать эти деньги на развитие производства и создание коммерческого производства внутри страны. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».